Добрый день, дорогие друзья! Ассаламу алейкум всем! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я приготовила очень быстрый и вкусный завтрак из тонкого лаваша, многослойную пиццу, и спешу с вами поделиться этим замечательным рецептом. Итак, дорогие друзья, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о моем новом видео. Ставьте лайк, поддержите нас лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Итак, не смею вас задерживать. Давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Итак, нам понадобятся тонкие лаваши, соус специальный, я потом о нем расскажу, корейская капуста, перец болгарский, я уже все нарезала брусочками, колбаска нарезана брусочками, любую колбасу, какая вам нравится. Вот, у меня укропчик нарезан, два вида сыра, сыр гауда и сыр моцарелла, и два яйца. У меня лаваши уже 3-4 дня в холодильнике, и посмотрите, они не теряют свою форму. О секретике я расскажу обязательно. Сейчас будем нарезать кружочки. У меня сковорода, на которой мы будем готовить, 26 сантиметров по диаметру. Я взяла вот такую форму, буду этим кружочком вырезать. У меня получается она диаметром 20 сантиметров. Вот так по краю устанавливаю. У нас лист большой. У меня выйдет несколько листов по краю. Так, я буду делать 7 кругляшей. Сковородку устанавливаем на средний огонь. Взбиваем два яйца хорошенько. Сейчас я добавляю растительное масло. Я добавляю чуть больше, чем обычно. Я очень люблю, когда я жарю яйцо, чтобы оно получалось пышным. Поэтому растительного масла добавляю больше. Одно яйцо приблизительно я выливаю и формирую как блин. Вот так, по всему дну сковороды. Выкладываю первый лист, кругляш, и смазываю сверху соусом, который я готовила на канале для шаурмы. Но правда, в этот соус я добавила 1 столовую ложечку аджики. Ссылочку оставлю под видео в описании и на экране. И сейчас перекладываю пластами из тонкого лаваша. Переворачиваю. Уже у нас яйцо хорошо поджарилось. Снова смазываю соусом. Очень вкусно и пикантно получается. Теперь морковочка по-корейски. Она тоже есть у меня на канале. Ссылочку оставлю. Снова корж, пласт. И смазываю соусом. Очень пикантно и вкусно получается. Сейчас посыпаю сыром. У меня здесь два вида сыра. Моцарелла и гауда, колбаску. Как вам нравится? Мне нравится такое сочетание. Снова пласт, снова соус. Все чередуем. Очень, вы знаете, уже поджаривается, очень вкусно пахнет. И, конечно же, много-много сыра. Сверху болгарский перец или помидорчики. Очень получается хорошо. Снова пласт, снова соус, все чередуем. Снова колбаска. Вы можете, конечно же, любую начинку, какая вам нравится, из грибов, возможно, из других каких овощей. И вот так снова перекладываем пласт. Снова морковочку, чередуем все 7 слоев. Вот так. Лаваш очень тонкий, он не будет чувствоваться. И вот тем яйцом, которое у нас осталось, я доливаю. Еще одно яйцо я добавила, потому что мне показалось, что одного яйца в конце мало. Первый раз я больше переложила. Сейчас вот так края все подравниваю. Как раз яйцо подсохло. И, конечно же, посмотрите, как великолепно собралось все. Вот такая красота. Сейчас мы перевернем нашу пиццу многослойную и будем ее уже формировать красиво сверху и допекать. Очень быстро получается, очень вкусно и практически получается, вы можете накормить целую семью такой пиццей. Это целый пирог получился.
Вот такая красота. Сейчас сверху я посыпаю сыром. В центр я насыпаю гауда сыр, совсем немножко. И по краям насыпаю моцареллу. Сыр моцареллу. Вот так. Накрываем крышечкой. И ровно до того момента, как растает, расплавится сыр, и наша пицца готова. Подаем к столу. И ждем, когда она у нас приготовится. Практически наша пицца уже готова. Нам осталось только посыпать немножко укропом, чтобы она была и красивая, и ароматная, и аппетитная. Вот так. Буквально закрываем крышкой. Еще несколько секунд, и она готова. Посмотрите, какая красота. Многослойная, пушистая, нежная. Очень вкусная пицца. Сейчас я ее выкладываю на тарелочку и нарежу на порционные кусочки. И будем ее пробовать, какая она получилась внутри. Пицца получилась просто изумительная. На самом деле очень мягкая, нежная, пушистая и с таким горячим вкусным сыром. Вау, просто прелесть. Всем рекомендую ее приготовить. Приятного аппетита, друзья. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, поддержите нас. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Итак, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.